Каждый экспонат интересен по-своему. Вязаные, пластиковые, деревянные, сделанные из соленого теста. Всех не перечислишь. В коллекции свыше 70 лягушек. Достаточно необычные экспонаты, но именно это и привлекло воспитателя 4-го детского сада Елену Логинову. Коллекция пополнялась в течение 10 лет. А однажды Елена решила, что дома экземплярам уже тесновато, и поместила собранный арсенал в музей. Лягушка, на мой взгляд, очень необычная и красивая. У нее гладкая прохладная кожа, красивые выпуклые большие глаза. И мне нравится все необычное. Я знаю, что мои коллеги собирают, например, ангелов, у кого-то другие необычные коллекции. Я люблю собирать то, что выделяет меня и отличает от других людей. Мне нравятся лягушки, поэтому я собираю их. Елена довольна, что теперь о ее увлечении могут узнать богучанцы и гости музея. Друзья и коллеги полностью поддерживают, а также помогают разнообразить коллекцию новыми сувенирами и подарками. И даже на работе встречаются симпатичные экземпляры, которые могли бы пополнить выставку. Я хорошо помню, как в детстве мой папа, тогда еще молодой капитан КСКи, плавал куда-то. И я все время просила его привезти маленькую лягушечку. Он с удовольствием выполнял эту просьбу и привозил мне лягушат. Лягушек я потом, конечно, выпускала. Они прыгали дальше куда-то себе. Ну вот, наверное, с этого началось. Среди всего многообразия экспонатов любимицы и хозяйки выставки стала лягушка, привезенная из Таиланда. Разместить свою коллекцию в музее могут все желающие. Работники музея рады в этом помочь. Анна Смирнова, Максим Мартыненко, телекомпания «Спектр Богучаны».